Всем привет, меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня в первый день зимы у нас с вами прочитанное за ноябрь. И я просто не могла терпеть, не могла дождаться, пока я расскажу вам об этих книгах, потому что здесь лучшие книги года. Почти все книги, которые я прочитала в ноябре, это просто шедевры. Я так в них влюбилась. Мне не терпится рассказать вам о них, поэтому давайте начинать. И я буду примерно по порядку начинать рассказывать о том, как я их читала. То есть с начала ноября, вот ближе к концу. И в конце самое интересное. Все, я не могу, хоть начинаю прямо с самого конца, но нет, все, сначала. И первой книгой, прочитанной в ноябре, стала «Жена убийцы». Здесь рассказывается о главной героине, которая работает прокурором, у которой есть 16-летняя дочь. И дочка это от ее мужа, бывшего уже, который был серийным убийцей, который сейчас пожизненное заключение отбывает за серийное убийство. И она, для нее это, естественно, травма, она этого не знала, и она все время думает о том, как она могла это упустить, как это вообще все происходило. И вот уже прошло 16 лет, и начинается новое убийство, которое точь-в-точь похоже на те убийства, которые совершал ее бывший муж. И думают, что это подражатель, и нашему прокурору приходится обратиться за помощью к своему бывшему мужу, она ездит там к нему в тюрьму, до этого она ни разу с ним не встречалась еще после заключения. И они думают, что он знает, кто этот подражатель, и им нужна его помощь, потому что только он может понять механизм вот этого того, что происходило, мотивы, и вычислить убийцу. И на этом построено повествование. Когда я слышала об этой книге, то все в один голос говорили, что концовка очень неожиданная, очень классная. И у меня отдельная боль с этой книгой, потому что мне очень нравилось, как все написано, мне очень нравилось расследование, очень классно автор пишет, не оторваться просто. Я прочитала книгу где-то за 2 дня, но ее можно прочитать вообще за 1 вечер, потому что очень быстро читается, оторваться просто невозможно. И говоря о боли, я говорю сейчас скорее о боли Даши, которая мне эту книгу посоветовала и сказала после прочтения, после того, как я прочитала, что она больше вообще мне ничего советовать не будет и запретила мне рассказывать об этой книге, если я буду говорить неплохо. Даша, прости, пожалуйста, я не буду говорить неплохо, потому что книга классная, но сейчас расскажу, что мне не очень понравилось. Когда была страница, наверное, 60-е повествование, даже, наверное, раньше, там, скажем так, ну, в общем, 60-я страница примерно, я Даша пишу, это вот этот человек-убийца? Она такая, нет. Я думаю, ну ладно. Потом проходит еще страничек, наверное, 40, сотая страница примерно. Я еще одну версию выдвигаю. Даша мне говорит, нет. И я все. Все, у меня больше версий не было. И потом, когда расследование уже, в общем, там есть одна часть расследования, когда мы якобы все узнаем, где-то в середине книги и в конце книги, там происходит неожиданный поворот. И, в общем, когда я сказала сначала, вот типа, вот этот герой, это произошло в середине книги, то есть я угадала. А когда я вторую теорию выдвинула, это был вот этот неожиданный поворот в конце. И мне даже, мне кажется, после этого просто немножечко ненавидят теперь. Я тебе больше советовать книги не буду. На самом деле, если конкретно копаться именно в своих предположениях, то есть если вы будете следить за действиями каждого героя, то очень предсказуемо это может быть. Но если вам нравится просто наслаждаться повествованием, то будет очень интересно. Вам будет интересно и первый сюжетный поворот, который где-то в середине, и неожиданный поворот в конце тоже будет очень интересным. Здесь огромное количество повествования занимает судебный процесс, который я обычно в книгах не очень люблю, но здесь он очень интересно описан. Этот судебный процесс реально обалденно интересный, хотя я обычно такой не очень люблю, то есть здесь все прекрасно. Но если вы будете обращать внимание на какие-то выбивающиеся детали в повествовании, которые вроде бы ни к селу, ни к городу здесь, хотя нормально, все логично, но вот что-то будет вас беспокоить в этих персонажах, то очень предсказуемые финалы, очень предсказуемые развязки сюжета, а я всегда, я обожаю это. И я не скажу, что это сильно портит для меня концовку, сильно портит впечатление, потому что мне нравится такая подзадаистная, чувствую себя, вот классно, я угадала. Поэтому если очень так вчитываться и анализировать все действия героев, то и анализировать даже не то, что действия героев, а то, зачем автор их вводит и зачем автор говорит о тех или иных моментах, то все будет предсказуемо. Потому что действительно это как будто просто вот пятое колесо. Ты читаешь, думаешь, а зачем здесь это? Ну вот значит, вот это там виновник или вот такой-то поворот здесь будет. И действительно так и есть. То есть эти детали можно было, наверное, скрыть,
как-то, и было бы интереснее. В конце было бы действительно неожиданно. Эту ситуацию можно было сделать неожиданной. Так что, в целом, говоря о книге, мне понравилось. Я не могу сказать, что, ой, слишком предсказуемо, вообще неинтересно. Нет, это действительно интересно. И интересно, даже зная того, предположим, кто виноват, интересно смотреть, как они к этому пришли, как они защищаются, как это вот все происходит, как постепенно выстраивается цепочка событий, цепочка того, как мы догадываемся до всего, что происходит. В общем, интересно за этим наблюдать, даже зная виновников. Но угадать можно. То есть, если вы любите такие повороты, где вообще догадаться было невозможно, то это не та книга, но интересно читается, поэтому я все равно советую. Я даже купила себе две последующие книги, я их заказала еще раньше, но уже после того, как прочитала, я все равно их забрала, все равно буду читать продолжение, потому что очень интересно. Говоря о продолжении, здесь еще две книги в цикле, но следующая книга, она связана тоже с героями, но повествование абсолютно новое, то есть тут совершенно другое расследование будет. А третья книга, говорят, вообще не связана ни героями, ничем, то есть там герой вообще появляется разочек-другой и все. То есть это такой цикл, который можно читать независимо. Но, конечно, интересно по порядку. Но если обязательно купила, буду читать. Так что «Жена-убийца» — это классный триллер, классное расследование, но немножко предсказуемо. Потом я прочитала два сборника белых стихов Рупи Каур. Это «Солнце и ее цветы» и «Молоко и мед». Я сначала, то есть сначала у нас вышла, по-моему, вот эта книга «Молоко и мед», а потом уже «Солнце и ее цветы». И я сначала начала вот с этого сборника читать, поэтому о нем вам расскажу сначала. Но прежде чем вы, предположим, если вы хотите купить эту книгу или захотите после отзыва моего, то очень вам советую вот это издание не покупать. Это я сейчас вам расскажу, как разобраться, и скажу, что прям категорически нельзя это издание покупать. Во-первых, просто внешне это такая шершавая обложка с такими желтоватыми листами, тоже шершавыми. Шикарное издание, но гораздо красивее вот этого варианта с матовой обложкой и с белыми листами. Видите? Вот. Вот этого сборника есть такой же вариант, и вот только такой вариант покупайте. В самом конце, когда вы откроете, если вы сомневаетесь, вот это описание, у этого издания будет написано «Пятое издание». Измененное или отредактированное, что-то такое. То есть будет именно пятое издание. Вам нужно покупать именно пятое издание, потому что вот здесь каждое стихотворение – это белый стих, и здесь перевод на русский. И вот в этом издании, если бы я не знала английского, я бы подумала, что это худшие белые стихи вообще на свете, потому что перевод здесь – это... Переводчиком значится человек, который действительно очень достойный переводчик, который... Очень крутой. То есть он не мог сделать таких ошибок, поэтому, мне кажется, его имя чисто формально стояло на этих белых стихах. Я не знаю, кто переводил, но ощущение, что переводил просто Google-переводчик, и не более того. Потому что там ужасный перевод, абсолютно лишенный смысла, и действительно ощущение, что человека там не было, потому что любой человек, кто изучает английский язык, даже какое-то маленькое количество времени, некоторые конструкции, они настолько общеизвестны, настолько невозможно их перевести автоматически, вот каждое слово дословно, что его даже начинающий переводчик так не переведет. У меня очень такое сомнение, что здесь переводил не Google-переводчик, и просто имя просто так не значится, а уже во втором издании, вот этом пятом издании, там перевод хороший, там действительно логический перевод, реально человеческий, а не машинный. Поэтому если вы читать хотите стихи на русском, а не на английском здесь в переводе, то вот, пятое издание. Во втором сборнике не знаю, сколько изданий было, но вот я видела только такое, и здесь с переводом все в порядке. Но здесь обязательно обращайте внимание. Тем более, что вот этот сборник мне понравился гораздо больше, чем вот этот. Я с него начала читать. Это «Белые стихи», и здесь родители Рупи Каур, они эмигрировали в США, и это наложило, естественно, отпечаток на жизнь нашей героини, и, естественно, корни ее, они совершенно иные, и она себя чувствовала, наверное, не всегда на своем месте, не всегда она была благодарна своим родителям за все, иногда ей было стыдно за них. И вот эти моменты жизненные, они просто здесь красной нитью через все повествование. Она рассказывает о своих корнях, она рассказывает о родителях, об уважении, любви к родителям, о том, сколько они всего для ее будущего сделали, чтобы она была, не нуждалась совершенно ни в чем, чем пожертвовали ее родители. Здесь не только об этом, здесь о... любви, об отношениях, о принятии себя, о любви к себе, о независимости.
все вот эти стихотворения, здесь вроде разные темы, но они для меня сложились в одну картинку здесь о том, о принятии себя, о независимости своей, личной, внутренней, и о том, как ценно все, что ты имеешь, насколько ценна твоя личная жизнь, твое мировоззрение, твои корни, твое прошлое, как они формируют тебя лично и делают из тебя независимого человека, независимого от общества, независимого от каких-то предрассудков, независимо от негативного опыта отношений, от разбитого сердца и всего такого прочего. То есть здесь для меня вот в этих стихотворениях это полноценная личность, самостоятельно независимая, которая прошла через многое и которая смогла отделиться и смогла чувствовать себя действительно важным существом. Это очень круто, и здесь на некоторых моментах я просто чуть ли не плакала, у меня были слезы на глазах, и я писала, помню Алсу, говорю, я плачу над белыми стихами. Просто 1-2 стихотворения, и мне уже слезы текли по лицу, настолько это было сильно и мощно. А вот здесь уже «Молоко и мед» — это первый сборник, и здесь человек, который совершенно не вышел из-под влияния других людей, особенно из-под влияния мужчин, которые разбивали ей сердце. С самого начала здесь рассказывается о ее отношениях с мужчиной, о том, как она зависима от него. Я обожаю и стихи, и прозу о зависимости от другого человека, но никогда это представляется чем-то правильным. То есть она говорит о том, что она как-то зависима от этого, и здесь даже не чувствуется того, что она оправдывает это, что как бы вот мне казалось, или выглядит это правильным. Нет, здесь реально она восхищается вот этим чувством зависимости от мужчины. Очень много об этом. И ощущение того, что она прям восхищается этим ощущением, чувством, восхищается своей зависимостью. Мне это совершенно не понравилось, потому что это видно, что если вот здесь она выходит из этой зависимости, понимает, как она ошибалась, то здесь наслаждение. Это зависимость. То есть, когда вы, знаете, через что-то тяжелое проходите, какое-то травмирующее, вы пытаетесь себе сказать, что это хорошо. И вот здесь она конкретно говорит, что это хорошо, и восхищается этим чувством. И нету такого, что она это как-то пытается замолчать или как-то показывать, что она оправдывала. Нет, здесь конкретно такое чувство, что было написано в моменте, когда она наслаждалась этим. И казалось, что все правильно. Потом она рассказывает, предположим, о женщине, о новой женщине своего бывшего мужчины, и говорит, что ты все равно, когда ты с ней, ты представляешь меня. Никто так не сможет больше такие слова тебе говорить, не сможет это, и ты это понимаешь. И у меня такое было здесь негативное чувство тоже к автору, потому что нет, он ушел к другой женщине, потому что он ее полюбил. Он не сравнивает, нет. Ощущение того, что она хочет унизить другую женщину за счет того, что она прекрасна. И я понимаю прекрасно, почему это происходит в голове. Это защитный механизм, и это у всех, большинство через это проходит. Но мне как читателю это не очень интересно читать, потому что картинка целиком видна. И потому что эти стихи были уже написаны не после того, как она через это все прошла. И она не рассказывает о том, как это было. А уже такое ощущение, что она вот в моменте тоже это пишет и действительно так считает. Она рассказывает о том, какая она прекрасная, какая она там красивая, как она себя хорошо ощущает. И мне как читателю, я понимаю, ну я говорю, ну окей, ты красивая, ты классная. Я понимаю, что так считаешь, что ты должна так считать. Но мне как читателю это тоже, я ничего для себя не могу из этого взять. Это уже к манере написания, наверное, тут стоит заменить просто местоимение «я» на «ты» или там что-то другое, и будет уже обращение к читателю, и уже все скажут, действительно, я же такая классная. Ну, это так работает, даже как-то подсознательно. Так что этот сборник для меня стал такой исповедью одержимого человека, абсолютно зависимого, но который еще из этого не вышел и считает, что зависимость — это классно, и что эта ситуация классная, и все правильно, и как будто бы это такое влияние оказывает, что ты должен думать, что это хорошо, и что в такой ситуации классно находиться. Вот, поэтому вот этот сборник мне вообще не понравился. А вот этот — это совершенно что-то на новом уровне, уже совершенно другое, так что советую вот этот только. Потом я прочитала 2 исторических романа от Элизабет Фримантл, это «Гамбит королевы» и «В тени королевы». Это 2 книги из цикла, из трилогии. Третья часть еще не вышла, я ее с нетерпением жду. Во-первых, я прочитала «Гамбит королевы» первую часть сначала, и она мне понравилась больше, чем вторая. И здесь рассказывается о последней жене Генриха VIII, Екатерине Парр, от момента ее знакомства с Генрихом VIII до их смерти. И здесь все просто великолепно. Учитывая то, что жизнь Екатерины Парр, она известна и задокументирована, подробно известна, то здесь высокая степень исторической достоверности, и это сделало роман просто невероятным.
читая о каждом из героев, даже о каком-то придворном, который там 1-2 раза появляется. Тут сначала еще есть историческая сводка такая, где рассказывается о том, жили ли на самом деле, существовали эти личности, и в большинстве своем они существовали. И ты понимаешь, что вот эта картина, она правдива, достоверна, и здесь не только о жизни Екатерины Пары, здесь еще о жизни придворных, о жизни, в принципе, Англии того времени. И вроде здесь только 500 страниц, но сложилось ощущение, что настолько полную картину мира мы получили, полную картину жизни Англии того времени, из-за исторической достоверности, ощущение, что просто погрузились полностью в то время. Мне очень понравилось здесь о жизни придворных, как я уже сказала, и настолько персонажи живые. Элизабет Фримантл, я просто ей восхищаюсь, потому что она действительно пишет просто великолепно, захватывающе. Здесь и о любви, и о религиозных войнах, обо всем, обо всех конфликтах, доступным языком, вроде бы коротко, но прям супер полная, полную картину жизни мы имеем Екатерины Пар. Я просто в восторге, и мне хотелось, вот я только читала эту книгу, мне хотелось читать только об Англии, только об Англии во времена Тюдоров и вообще ни о чем больше, потому что погружаешься полностью в повествование, влюбляешься. А здесь уже рассказывается в «Тени королевы» о трех сестрах, о Джейн, Кэтрин и Мэри Грей. Джейн Грей была на престоле, она была королевой Англии, ее прозвали девятидневной королевой, она была потом казнена. И в первой же главе, в предисловии, рассказывается об этой казни очень сильно, прям до мурашек. А потом уже рассказывается о жизни двух ее сестер, у Кэтрин и у Мэри, и о том, как они были близки к трону, но в то же время никогда на нем не были, и они были всегда в тени королевы. И что происходило действительно в жизни этих женщин? То есть если вот в этой книге здесь было больше о жизни королевы и прямо высшего королевского общества, не только, но больше об этом, потому что главная героиня Екатерина, королева, то здесь мы больше узнаем о жизни придворных, а не о жизни самой королевы. И такое пространство для повествования большое, и мы узнаем действительно больше о жизни простой Англии. Хотя все равно это все придворное, но всяких этих интриг больше, потому что мы видим уже в там, где все это открывается. То есть с высоты королевы не всегда это видно, а вот уже когда мы говорим о придворных, там куча всего. И книга, кстати, гораздо объемнее. Если там 470, то здесь 540 страниц. Не намного больше, но как-то ощущается прям намного дольше повествование ощущалось. Здесь уже немного больше художественного вымысла в плане не исторических фактов, а каких-то маленьких деталях, мыслей. Тут меньше достоверности, потому что о жизни этих героинь меньше известно. Но тем не менее, когда я прочитала тоже послесловие, когда автор, где автор говорит о том, кто был реальным персонажем и что именно правдиво, я в шоке. Это огромная работа с архивами, с документами. Действительно огромная, потому что некоторых героев для того, чтобы узнать там учебник истории, не особо достаточно, даже общих знаний, даже если интересуешься этой темой, то здесь действительно автор копала очень глубоко. И таких исторических личностей вывела на передний план, о которых очень мало известно. Это круто, потому что они имели огромнейшее влияние на королевскую жизнь, на двор. Восхитительно просто. Если вы любите исторические романы, если вы этим временем интересуетесь, если Тюдор — это ваша тема, то вот эти две книги, они невероятно интересные. «Гамбит королевы» мне понравился больше. Здесь как-то больше всего, что влюбляло, больше страсти. Не только в плане романтических каких-то отношений, а в плане всего. Страсти жизненной такой. Здесь более спокойное повествование, но, тем не менее, все равно обе книги очень советую. Проект «Ава Мария». Давно я эту книгу хотела, и в прошлом году эта книга у многих была вообще в лучших книгах года, и поэтому у меня были большие надежды на нее, и не все оправдались. Это очень интересно. Это невероятная научная фантастика. Рассказывается здесь о главном герое, который очнулся на космическом корабле. Там было еще два члена экипажа, двое его друзей, которые умерли к тому времени. Они все находились в коме, вот только один, наш главный герой, пришел в себя. И оказывается, что он летит к далекой звезде, к далеким планетам с определенной миссией спасти Землю. И он не особо помнит даже, кем он был. И поэтому ему приходится не только думать о том, что делать дальше,
вообще, почему ему нужно спасать Землю, что происходит, куда он вообще летит, кто он такой. Он постепенно это вспоминает, и здесь на потере памяти особо нет акцента, то есть мы все равно просто постепенно узнаем, кто он такой, как и он сам узнает. Просто чтобы было интереснее повествование. Не более того, здесь в основном все о моменте, почему Земля оказалась в опасности и как он ее собирается спасать. И это так захватывающе. Я читала эту книгу дольше, потому что у меня были марафоны, и жуткий книжный марафон, и потом совместное чтение, поэтому мне приходилось отвлекаться, но если просто брать эту книгу, то ее тоже прочитаешь за 2 дня и не заметишь, потому что настолько захватывающе она читается. И здесь есть такие трогательные моменты, которые меня просто чуть ли не до слез довели. Здесь очень подробно рассказано, почему, из-за чего, из-за кого Земля оказалась в опасности, как исследователи это обнаружили, как они... В общем, это научная фантастика. Я не особо знакома с этим жанром, поэтому для меня это было просто настолько захватывающе и интересно. О том, как они там летали в космос, какие-то пробы брали каких-то существ, того, что угрожает Земле, как они постепенно приходили к тому, что это, какими опытами, какими исследованиями. Это так интересно, потому что все с научной точки зрения обосновано. Человек, который не читает научную фантастику, вы сейчас видите, насколько я восхищена этим. Это очень понравилось. Но в то же время я совершенно не дружу с физикой. Это вообще не мое. И автору настолько доступным языком, просто вот для таких, как я, удалось это все описать, что я все понимала. Почему, как, что, все исследования. Настолько они для вот обычного читателя, что все было просто прекрасно. Поэтому я вот хочу взяться «Зимой за ложную слепоту». Надеюсь, там будет такого же типа, но мне кажется, чуть сложнее. Почему-то мне так кажется. И финал книги невероятный. Здесь нету такого, что что-то супер неожиданное в конце, потому что, в принципе, к этому шло. Но я думала, немножко по-другому закончится. Но я рада, что так закончилось. Если по-другому, тоже была бы рада. В общем, одна из возможных вариантов концовок, которая мне очень понравилась. Очень классная книга. Если боитесь браться за научную фантастику, если вам кажется, что будет сложно, именно из-за этого момента, что если вы не особо разбираетесь, то вот проект Ава Мария — это идеальный вариант. Тут самым доступным языком, даже самые какие-то сложные моменты, они все равно очень доступно объяснены. И здесь есть моменты очень большого сопереживания героям, очень большого какой-то эмоциональной привязанности к тому, что здесь описано. Очень трогательными моментами было, но в то же время не за гранью. Обалденная книга, очень хочу продолжать читать научную фантастику. Так что, надеюсь, «Ложная слепота» будет похожа. К сожалению, я «Марсианина» смотрела, у автора тоже, экранизацию, но книгу не читала. Я, возможно, прочитаю еще «Марсианина», а другие книги у нас либо не переведены, либо какие-то плохие о них отзывы, даже если в оригинале читать. Так что, очень жалко. Но я надеюсь, что он еще что-нибудь напишет. Что-нибудь такое же классное, потому что это просто очень круто. А вот сейчас у меня сердце замирает, потому что я буду рассказывать вам о книге, которая станет, скорее всего, лучшей книгой в этом году. Может быть, ну, по крайней мере, в топ-3 она точно войдет. И это очень неожиданно, потому что я ее читала много лет. Ну, как, пыталась начать читать. И в этом году я ее долго читала. Но нет, это... Лучшая пока книга года — это «Сентябрь» Розамунды Пилчер. Мне кажется, это очень неожиданно, но... Это самый лучший стиль текста, повествование. Самый мой любимый. Вот... Лучше этого ничего не может быть. Рассказывается здесь о городке в Шотландии, о маленьком городке, где все друг друга знают, естественно, где все, даже многие, связаны родственными узами. И героиня, одна из героинь, она решает устроить бал в честь совершеннолетия дочери и приглашает всех героев. И здесь бал занимает очень маленькую часть повествования, в самом конце, и эта книга не о бале. Здесь эта книга о, во-первых, подготовке, и через эту подготовку мы узнаем жизнь героев, их прошлое, их семейные проблемы. Все узнаем. Это такая большая-большая семейная история большой семьи, родственников, каких-то прошлых отношений, их прошлых жизней. Просто история. Здесь, да, здесь есть семейные тайны, здесь есть какие-то семейные конфликты. Но эта книга вообще не об этом, она меня зацепила не тайнами семейными. Она меня зацепила буквально сценами, как герои обедают, как они пьют кофе, как они смотрят в окно, как они едут на машине. И вот эти все описания, они меня просто до слез доводили именно не тем, что это трогательно, а тем, насколько это красиво и насколько это душевно.
Эта книга наполна чистоты, уюта, чистоты в плане вот вообще чистоты в доме, уюта. Как герои готовят? Я не люблю готовить, мне не нравится готовка. Я не люблю книги о готовке, каких-то рецептах и так далее, но здесь они просто готовят, и я уже готова просто падать на колени и восхищаться тем, как герои готовят. Вот героиня просто пошла перестелить постель, она, не знаю, поменяла пододеяльник. И вот Розамунда Пилчер это так описала, что мне хочется, не знаю, просто взлететь от счастья, насколько это чисто и красиво. Это немного напоминает мне Энталер, которую я очень люблю. Повествование немного напоминает Мураками, его описание быта. Бытовые романы, где именно эстетика вот этого быта описана, это самое лучшее, что может быть, потому что я это обожаю. И здесь есть даже неожиданные повороты в конце, вроде бы концовка, я такой не ожидала, и она даже настроение немножко поменяла всей книги. Даже неожиданно есть, но я влюбилась вообще совершенно не поэтому, а именно из вот этих бытовых описаний. Ну вот, первая страничка просто. Вот за одну ночь капризная природа смягчилась в горной Шотландии. Задул южный ветер, неся с собой ласковое тепло, которым вся остальная страна наслаждалась уже несколько недель. Зазеленели луга и пашни, очнулись истерзанные колючими ветрами дикие вишни, осмелели и раскинули ветви в белом уборе. И тут же расцветились красками сады в усадьбах. Желтым цветом зацвел зимний жасмин, потянулись к солнцу лиловые крокусы, засинели махровые грозди гиацинта. Я про растения тоже мне не особо интересно читать, я не с того, мне это не интересна тема, но когда героиня шла в сад и ухаживала за цветами, за своими, мне хотелось свой садик. Каждую осень она чувствовала подъем духа, когда с календаря слетал август, и можно было больше не притворяться, что на дворе лето. С каким удовольствием она наконец-то уберет легкие юбки и кофточки и облачится в твидовые брюки и теплые мягкие свитера. Сентябрь в графстве – время особое. И вот здесь описывается сентябрь. После первых легких заморозков воздух становится хрустальным, краски ярче и насыщеннее. Тут просто всю страницу читать. Я не могу вам даже зачитать что-то. Потому что оно все прекрасно. Вот, просто моя запись. Тут написано, как можно это все так описать прекрасно. И вот, мне просто подчеркнуто, потому что даже сложно было что-то подчеркнуть. Вот, эта тема, как я восхищаюсь просто всем. Все просто. Красота написана просто, потому что у меня не было слов нормально. Все красиво, все прекрасно. Это Розамунда Пилчер делает прекрасным совершенно все. Она видит во всем красоту. Она описывает что угодно. Крылечко возле дома – это уже красиво. Она описывает сервиз обычный – это красиво. Она описывает, как стоит приглашение на камине – это прекрасно. Описывает, как просто кто-то укрылся одеялом. И это уже произведение искусства. Просто можно фильм снимать, короткометражку, просто о том, как кто-то укрылся в романе Розамунды Пилчер одеялом. Это будет невероятно красиво. Я поэтому купила ее вот в канун Рождества. И если там просто будут пить кофе, всю книгу. Просто пить кофе или ходить по ковру. Вот она, кстати, упомянула просто какие-то ковры в комнатах, где кто-то аккуратно ступает. Мне захотелось везде расстелить ковры и ходить так же, как герои Розамунды Пилчер. Поэтому в канун Рождества мне совершенно не важно, что там будет. Мне важно, чтобы они просто существовали, герои, и просто садились на стул, например. Вот они сядут в кресло, тебе кажется, что это самое прекрасное движение на свете. Вот в этом вся Розамунда Пилчер в сентябре. Невероятная книга. И то, ради чего, наверное, многие из вас сегодня здесь собрались, это книга, которую мы дочитали в совместных чтениях с вами вчера. И это «Граф Монте-Кристо». И я прочитала «Графа Монте-Кристо». И я благодарна каждому, кто написал, что хочет читать «Графа» в совместных чтениях, потому что изначально мы планировали, я планировала другую книгу, но многие из вас написали. И я думала, что мне не так хотелось ее начинать читать, но как же я вам благодарна, что большинство проголосовало именно за нее, потому что это прекрасная книга. Здесь рассказывается о Эдмоне Дантесе, о молодом моряке, который должен был стать капитаном корабля, у которого была невеста, и друзья, якобы друзья которого испортили ему всю жизнь, потому что они ему завидовали или хотели заполучить его женщину. И они просто сделали ложное обвинение и посадили Эдмона Дантеса в тюрьму, который провел там 14 лет, который вышел оттуда совершенно другим человеком. Еще годы ему понадобились для того, чтобы
придумать план мести. И вообще большая часть «Граф Монте-Кристо» — это история о том, как Эдмон мстил своим бывшим друзьям. Это история такой мести, очень масштабно, тонко и подробно продуманной, очень холодной мести. И это было просто невероятно. Во-первых, конечно, это очень захватывающее чтение. Мы читали 2 недели, где-то по 100 страниц в день. И многие убежали вперед, многие гораздо раньше закончили читать «Граф», потому что читается очень захватывающе. Здесь вообще не провисает ничего, здесь просто постоянно какое-то действие, какой-то экшен, все время сюжет. Очень захватывающе. Читать можно... Я параллельно что-то другое делала и видео снимала, поэтому я не могла убежать вперед нормы, поэтому я читала ровненько по норме. Вот вчера вместе со всеми закончила. Но мне кажется, если просто читать и не отвлекаться, то гораздо быстрее можно закончить, поэтому объем вообще не бойтесь, сюжет очень захватывающий. Во-вторых, герои. Я была покорена, конечно, графом Монте-Кристо, хотя это совершенно не идеальный персонаж, но то, как Дюма описывает его становление, даже, знаете, становление — это странное такое слово, оно вроде должно, наоборот, возвышать, а он... Его личность была, наоборот, разрушена. И именно разрушение личности описанное и сделало этот роман возможным. То есть эта месть — это не месть благородного человека. Поэтому еще один повод, кстати, посоветовать эту книгу для совместных чтений, потому что то, кем стал Эдмон Дантес, вот именно тот граф Монте-Кристо, в которого он превратился, это все его действия, они совершенно неоднозначные. То есть они не белые, не черные, они вот такие серые. И неизвестно, прав он был, не прав. Он сам, кстати, тоже размышляет об этом, особенно ближе к концу. И пообсуждать есть что, потому что очень многие люди по-разному смотрели на эту ситуацию. Мне очень сильно здесь впечатлило то, как человек, который был невинным, добрым мальчиком, просто олицетворением добра и благородства, как то, что ему выпало на долю, как это просто полностью сломало его личность. То, каким он холодным и расчетливым стал, возможно, не полностью, вы тоже узнаете, возможно, что-то человеческое в нем сохранилось, но то, что он делает, это... может вас немного даже удивить, потому что некоторые моменты мне казались, что вот сейчас нужно ему остановиться, потому что он уже перебарщивает. А он идет дальше, потому что в его душе не осталось ничего хорошего. То есть его душа полностью уничтожена, его доброта тем, что с ним сделали, и тем, через что он прошел. Естественно, все не так однозначно. Конечно, мы с вами потом это все увидим, на какие размышления его эти действия подтолкнули. Но... здесь есть что пообсуждать. Поэтому совместное чтение — это было идеальным решением, но я покорена графом. И насчет еще одного момента, который в конце раскрылся, в самом-самом конце, практически вот прям в самой главе, я была уверена, когда только начинала книгу, что будет по-другому. Но Дюма удалось меня удивить, потому что все разрешилось не так, как я думала. Хотя мне не хотелось, чтобы разрешилось так, как я думала, но мне казалось, иначе он не стал бы писать, но он написал. И тоже меня просто покорило, поразило, и многих удивило тоже, порадовало. Здесь есть люди, благородство которых, оно благороднее некоторых положительных персонажей. Вот, чтобы вообще ничего не проспойлерить. И вот в этом контрасте Дюма тоже играет очень здорово. И есть одна особенность у Дюма, которая прослеживается абсолютно во всех его романах, это то, что у него такие рыцарские романы, и его герои либо чисто белые, либо чисто черные. То есть если это злодеи, то они отъявленные злодеи, без всяких полутонов. А если это благородные люди, то они максимально благородные, все их действия настолько чисты. Вот рыцарский такой роман, скажем так, романтические герои очень. Здесь, конечно, есть сам граф, который очень неоднозначный, и есть один персонаж, который вот очень у многих вызвал разные эмоции, и не совсем мы оправдывали графа в отношении действий к этому герою. И вот это тот самый серый персонаж, который тоже вызвал разные эмоции, но я понимаю, что этот персонаж тоже был необходим именно вот в такой серой тональности, скажем так, потому что именно благодаря нему граф тоже задает вопрос самому себе, который мы задаем графу. Дюма великолепен, и это, наверное, действительно самый лучший пока роман у него, который я читала. Посмотрю, что будет с 3 мушкетерами, которые тоже хочу в следующем году прочитать. Но «Граф Монте-Кристо» — это было великолепно. И вот одним из самых главных показателей хорошей книги для меня — это если мне хочется ее перечитать, когда я закончу. И здесь вот я закончила, я понимаю, что я срочно хочу открыть первую страницу и снова увидеть того самого невинного, доброго Эдмона Дантеса, который приплывает на корабле в порт Марселя. И снова как будто бы ничего этого не было, как будто бы что-то может быть по-другому. И вот, к сожалению, не может. И вот как-то так...
Так меня зацепило. Книга великолепная, масштабнейшая, невероятная. Не смотрите на объем, действительно, «Граф Монте-Кристо» именно так прекрасен, как все о нем говорят. И в прошлом прочитанном я забыла вам показать еще вот эту книгу, которую я читала в первые два дня жуткого книжного марафона, поэтому подробно не буду останавливаться, но если вы не смотрели жуткий марафон, на всякий случай покажу, что вот она у меня прочитана, и коротко о впечатлениях. Здесь рассказывается о главной героине, психотерапевте, которая живет со своим мужем, и вот однажды ее дочка привозит домой парня, которого называют своим женихом, а наша героиня вспоминает, что много лет назад, когда этому мальчику было 8 лет, она с ним занималась, как его психотерапевт, по делу об убийстве его отца. И тогда 8-летний мальчик назвал убийцей свою мать. И вот сейчас якобы это другой человек, но наша героиня понимает, что вот вроде бы это он. И ей на телефон приходит сообщение: «Я хочу вернуть свою маму». И вот она думает, что этот мальчик нашел ее спустя, по-моему, лет 15 уже. Как будто бы неизвестно, мы не знаем, тот ли это мальчик на самом деле. И вот вокруг этого разворачивается этот триллер. И мне не очень понравился, потому что здесь автор использует прием, который просто перечеркивает его всю предыдущую работу, которая делает вседозволенность, предоставляет автору, потому что это, знаете, из серии «Все это герою приснилось». Это совершенно другое, но просто похожее. И вроде бы, да, можно все что угодно, любой сюжет вокруг этого построить, но с другой стороны, зачем мы искали и читали всю книгу, если вообще все наши рассуждения, какие-то домыслы, они вообще не нужны были, потому что вот, ну, скажем так, герою это приснилось. Это вот такой вариант. Здесь совершенно другое, ничего не приснилось, все хорошо. Но похожие ощущения испытываешь в плане того, что смысл было все это тогда писать, если могло быть все что угодно. Вот. Поэтому мне не очень понравилось. Более подробное впечатление в жутком марафоне. И это было все мое прочитанное за ноябрь. Очень надеюсь, что вы нашли что-нибудь для себя. Книг было много очень крутых. Если что-нибудь читали, тоже делитесь впечатлениями. Такие же или отличаются. Я очень счастлива, прекрасный месяц, прекрасное прочитанное. Так что спасибо вам огромное за просмотр и до скорой встречи в новом видео. Всем пока!